Всем привет, с вами канал Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как изменить настройки приватности в игре Standoff 2. Для этого нам нужно перейти в настройки, игра, приватность, нажимаем, и здесь выбраны пункты, которые вы можете выбрать, кто и где вам может писать в данной игре. Нажимаем применить, и все, настройки сохранены. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки,